Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий глядач. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Да, приветствую. Действительно, хочется поговорить о том, что происходит в Курской области. Кстати, не только там, там еще Белгородская, судя по всему, к ней присоединяется. Эти события, да, это вот наступление вооруженных сил Украины обнажило много таких, ну, как говорят это, нарративов, много интересных тем. Я даже, вот, честно говоря, тут теряюсь, с чего начать. Но давайте с глобального. Мы видим, что говорят, например, западные аналитики о том, что происходит. Они делают вывод, что это долгосрочная операция. Да, это не то, что было с российскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины. Они зашли, выполнили определенные задания и вышли. Сходятся во мнении, что операция долгосрочная. ВСУ ничего об этом не говорят, Генштаб ничего об этом украинский не говорит, и это нормально. По каким признакам можно сделать вывод, что это надолго? Сегодня у нас неделя операции. Поправьте, если ошибаюсь. Правда, правда. Ну, чуть меньше. Вот, там, да. Во вторник началось, да, да. А русские пропагандисты говорили, что если за неделю они, ну, не выдавят российские, ну, российские войска не выдавят украинские силы, то это позор и там так далее, вот эти все эпитеты. Ну, как бы, кто их как бы за словом тянул? Слушайте, если вы предлагаете о глобальном говорить, тут я бы вообще бы намного шире бы подошел к этому вопросу со стороны истории. Вы знаете, что вот есть разные традиции военной мысли, есть прусская военная школа. Вот. Это да, Клаузевиц, Мольтке, там, ну и так далее, вот это все. Например, Израиль опирается на прусскую военную традицию. Вы знаете, чем она характерна, прусская военная традиция? Тем, что война — это не наука. Ну, как в Советском Союзе еще называли военная наука и так далее. Война — это искусство или ремесло. Почему это не наука? Потому что в ней есть столько много факторов, которые вы не можете никак посчитать. Об этом как раз вот Клаузевиц как бы писал, говорил. Вы не можете никак их посчитать, никак проверить, никак узнать. Вот, и поэтому вы не можете это превращать просто в чистую математику. Ни в коем случае. При этом часто про российско-украинскую войну говорят, что это, ну, математика. Ну, то есть у России больше ресурсов, а значит, она победит. У нас есть много примеров из истории, когда математика была на стороне, как бы, казалось бы, определенных сил, но при этом они проигрывали. Например, математика была на стороне, например, там, арабских государств во время арабо-израильских войн. Там шло оружие из Советского Союза. Много, очень много. Там было несоизмеримо больше населения, больше ресурсов в плане там, нефти, ископаемой, вода. Ну, в Израиле проблемы с водой даже были. Ну, то есть вообще как бы, ну, жестко очень все. Вот, просто всего больше. Да, расстояние, да, вот, просто больше мест, например, где-то какие-то свои тайные проекты развернуть и так далее. То есть математически во всем было. Но не было фактора вот этой вот воли воевать, да. Ну, есть этот фактор, который он никак нельзя его посчитать. Вы знаете, я перед началом полномасштабного вторжения разговаривал с этим, с Тарасом Чмутом и директором, да, «Повернись живым». Вот, и он как бы говорил, что математически Украина во всем уступает России. Но есть один фактор, который мы никак не можем как бы о нем знать и никак не можем его, ну, предвидеть. Это как поведут себя ВСУ, как поведут себя солдаты, захотят ли они воевать, захотят ли они сражаться. Вот, и мы видим, что эта операция, что важно в этой операции, которая в Курской области сейчас происходит, это, конечно, огромнейший буст в плане морали, да, боевого духа, и это показывает то, что украинцы не просто могут воевать, они могут наступать, могут прорывать линию врага, могут двигаться на десятки, ну, 10 и больше, там, 15-20 километров вперед, и не просто уничтожая врага, пленяя его, беря его в плен и так далее, и так далее, и так далее. То есть проводить общевойсковые операции, маневренная война, которая считалась, что все, как бы уже больше маневренной войны не будет. Как бы. Ну, то есть маневренная война, когда ушла как-то в прошлое, сейчас у нас война а-ля Первая мировая. Вот. Так что это очень важно. Это очень важно, это очень важный фактор. А вот для вашего вопроса насчет западных аналитиков, сколько это продлится? Ну, слушайте, там на самом деле у них какая-то немножко, вот я читаю за осин-сообществом, слежу и за западными аналитиками, у них немножко так вот, одни говорят
сдержанно так, давайте мы просто подождем, давайте мы просто вот посмотрим, как это все будет развиваться. Другие пишут, это неправильно, это плохо, надо было там перекинуть силы вот на фронт, конкретно там где-нибудь к Покровску, где русские там рвутся и так далее, вот это все. Ну, то есть все считают, что они лучше знают, чем украинский генштаб, и лучше понимают и высказывают свое ценное мнение и так далее. Поэтому я бы особо не равнялся на то, что там говорят западные эксперты и аналитики и так далее. Ну, кроме тех, вот, кто говорит, давайте подождем. Кстати, Майкл Коусман, к его чести, сказал, слушайте, мы не знаем все картины, давайте посмотрим, когда ну, закончится операция, и тогда будем делать какие-то вердикты, какие-то оценки. Слушайте, ну, опять же, действительно, мы понимаем, что ВСУ ничего не говорят об этом, и это круто. Мы получаем большинство информации из Z-пабликов. И тут открылась такая тема, которую, наверное, сами наши враги не ожидали от себя, потому что способность сеять панику, зраду, и то, что вот все сейчас умрут, и это конец, и как там хохол нас захватывает, унижает, ставит на колени – это какая-то удивительная черта у этих так называемых Z-патриотов, да. У нас, знаете, у нас есть такие пророссийские медиа, которые маскируются под украинские. Вот они пишут много об этом, они пишут о том, что, ну, очень переживают, конечно, за Россию, что, слушайте, да Украина бы уже проиграла, если бы такую панику сеяли в первые дни войны. Ну и вот сейчас, да, вот по состоянию на сегодня видим, опять же, из их информации, что вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области еще на 70 километров квадратных. Как вам реакция врага, вот это их ну, информационная поддержка этой операции? Ну, они абсолютно не ожидали, они не знали, как работать с ну, информацией. Ну, это просто видно, что изо дня в день они меняли свои... Это не методички, даже не было методичек. То есть не было абсолютного понимания, как работать с информацией. Поэтому вот мы видим, как независимые, так называемые, там, Z-блогеры, да, они там просто разводили истерику. Ну, вообще, кстати, меня поражает то, что они истерят. Даже, кстати, этот Рыбарь канал, даже они там себе дисклеймер написали, мы себе не позволяем эмоциональных этих, как его, постов, но вот здесь мы сейчас поистерим немножко. Они претендуют на таких холоднокровных, как бы, обозревателей. Меня поражает, что они истерят, потому что русские все строят амплуа, как бы, таких профессионалов, могучая империя, вот, ну, такие мужики, да, вот это вот все, нельзя ныть, это все, да, вот это вот мускулинность такая жесткая. Тут они начали ныть все просто поголовно. В том числе вот эти все, которые там, ну, ультрарусские националисты, все вот эти вот и так далее. Ну, это настолько жалко выглядит, но меня это поражает даже. Ну, я помню, когда был наш провал в Израиле с террористами 7 октября, ну, у нас, ну, там было недоумение, ну, как бы мы хладнокровно просто мобилизовались, начали решать вопросы. Я не помню, как бы нытья в израильских этих, вот, именно нытья в плане, вот. Было возмущение и ненависть. Вот. Ну, мы пошли, сожгли им газу нафиг. Вот. Я не помню нытья. А почему эти ноют? Я не понимаю, как бы. Ну, не проблема. Не, я как бы человек, сторонник как бы свободы там, слова и так далее. Пусть, ну, каждый имеет право ныть, если хочет ныть. Но просто зачем они себя строят там плуа вот этих типа крутых русских, вот это вот все, вот эта вот мускулинность, все там типа какие-то тупые хохлы. Работайте, вот, тупые братья, да-да-да. Братья работают. Да, работайте, братья, вот это все, да, там вечного полета и так далее. Ну так вы как бы определитесь, вы или как бы нытики, и вы ноете, или вы работаете, братья, и вечного полета, вечнолета и так далее. Ну как бы на одном стуле, пожалуйста, сидите. Ну, потому что выглядит безумно убого. И, ну, и я думаю, хорошо, люди там делают, ну, за деньги работу, да, все эти сладковые, остальные, ну, они все как бы, ну, просто денежку как бы делают, пропагандисты, тем более, вот эти все, которые на федеральных СМИ, вот. Ну, тут как бы им бог судья и совесть судья. Ну, есть же те, которые как бы, ну, относительно независимые, Z-блогеры всякие, которые там ведут эти свои каналы, да, сидят, ну, какие-то там около военные, около это. Ну, вам никто особо денег не платит, ну, сколько там, на финке НКВД какие-то деньги вам капают. Так это что, вам дает вам, как бы, легитимацию ныть? Короче, это убого и смешно, не хочется просто на этом заострять внимание, но просто должны понимать, что они безумно убого выглядят. Нам это на руку, давайте честно, то, как они сеют панику, это прям хорошая история. Потому что, среди прочего, знаете, какой, ну, я уверен, что вы обратили на это внимание, одно из последствий, это то, что теперь уже по федеральным каналам российским показывают, как двигаются колонны военной техники, как они двигаются, типа, в поддержку Курской области. Это к вопросу о том, как реагируют информационно, так как они не знают, они пытаются создать картинку, что все под контролем. То есть они, во-первых, публикуют консервы,
украинские осинтеры, он находит, что там видео, как там скидывают бомбы, летят самолеты, вот это все российские, это там видео, некоторые вообще из 22-го года, кстати, они там форсили видео, якобы взятые украинцы в плен, это видео уже нашли, определили, что это видео 22-го года, то есть они достают консервы, там видео, как самолеты бомбят, тоже это оказалось там видео месячной давности на самом деле и так далее. Просто они вот взяли, да, и публикуют, потому что им нужно создать какую-то картинку, а материалов нет. Ну, или у них материалы, как они бомбят лес. То есть у них там есть где лес, или как они там по, не знаю, по полтора мрапа запускают Искандер целый. Это вообще ему непостижимо. У меня друг в Израиле, он говорит, они реально Искандер пустили там по двум броневикам, как бы Искандером жахнули. Вот, я говорю, да, вот видео. Он такой говорит, ну да, говорит, видимо, совсем дела плохи. Он мне написал. Ну, это еще в первые дни было. Ну, вы представляете, что было на уровне командования? То есть там докладывают на уровне вот, ну, вот, полковников и генералов. У них просто ничего нет, граница прорвана, срочники сдаются массово в плен. Ну, то есть у них же есть данные свои, объективного контроля, они просто их не публикуют, конечно. Как этих, ну, сдавались массово. Там, кстати, эти кадыровцы тоже там сдались. Вот вчера видео появилось. ФСБшники сдавались, но не понимают, что полная жесть, то есть туман войны, у них с связью все плохо, непонятно что, они сразу, ну, как бы просто передают информацию, что там есть Искандер, да, ну, жахнуть, вот, там где-то заметили где-то какую-то колонну или где-то в лесу кто-то шарился, бегал, там какой-то ДРГ, вот непонятно кто там, где-то куда-то, ну, Искандер туда жахните и так далее, ну, это ему непостижимо, но это просто был, это яркий показатель того, что насколько все вышло, как бы, вообще из-под рук, из-под контроля, как бы. Ну, по поводу, знаете, там были консервы, действительно, их, как это, разоблачали, в том числе, кстати, вот эти так называемые Z-блогеры, я бы не говорил, что они независимые, есть ощущение, что там у всех есть какие-то свои кураторы. Я потом всегда говорю, типа, добавляю слово типа, в кавычках независимые. Да-да-да, ну, я о чем, что вот этот канал «Звезда», это такой армейский, значит, российский канал, ну, вот там у них был прямой репортаж, ну, в смысле, что украинские разведчики могут легко определить геолокацию, да, и куда это... Да, кстати, есть. Не только канал «Звезда», там же, кстати, у них там их военкоры, так называемые, тоже там полили позиции и так далее. Не, ну они просто какую-то картинку создать и быстро бросить в сети, они не отстреливая, не фильтруя. Сейчас, кстати, меньше, уже прошла неделя, они немножко как бы пришли в себя, вот, там немножко фильтруют, так сказать, информацию, и что они публикуют и так далее. Но в первые дни, конечно, да, хаос был полный. Тут по поводу командования. Тут же интересный еще момент, что, понятно, первые дни мы получаем стандартное заявление. Значит, 1000 террористов, укрофашистов, неонацистов зашли на территорию, значит, Курской области, все были уничтожены, ВСУ это подавлены, и более того, все это говорит на вот этом их собрании, я не знаю, как оно правильно называется, короче, Герасимов, глава российского генштаба, ну и мы можем увидеть выражение лица кремлевского диктатора Путина. Тот факт, что Герасимов настолько сильно подставился, что, ну, все уже смеются, там не то, что смеются, но все говорят о том, что смотрите, как он нам врет, как это, сыт в глаза, есть такое выражение. Это что означает? Насколько это серьезная потеря или, в принципе, к такому уже все привыкли там? Ну, там же сейчас у нас что? КТО? Контртеррористическая операция. И Бортникова поставили этим всем управлять. У вас танки, броневики, общевойсковая операция, группировка общевойсковая, город захватили. Не террористы и боевики. Вообще, как бы террористы и боевики захватили город, это, ну, отдельная, как бы, тема, но армия. И берет у вас массово в плен ваших солдат, еще и ценные кадры там и так далее. Не просто каких-то там зэков, да, ноунеймов, которым вообще всем плевать на них. А вы объявляете КТО. Ну, я писал у себя, что я уверен, что это связано в первую очередь с тем, что Путин боится армии. Вот, ему важно, чтобы все осталось в руках этих ФСБшников, Бортников. Он, вероятно, Бортникову доверяет, считает его доверенным лицом в плане безопасности, максимально, и в том числе в своей жизни, в этом смысле доверяет. Не в смысле, что Бортников умеет командовать танковыми войсками, там, да, сейчас там будут танковые кулаки, они отобьют, да, Бортников разбирается. Ну, то есть ему здесь лояльность Путину важнее намного, чем, ну, эффективность, ну, там, посадить каких-нибудь военных, тем более каких военных. Мы видим, что действительно все там эффективные военные, вот, их репрессируют, ну, которые проявляют свою, как бы, эффективность в той или иной, как этот вот Спартак, который, как его зовут, господи, который командовал армией. Мне тоже вылетело из головы.
Да, ну, короче, который этот Спартак, вот этот вот, говорю, мои гладиаторы, вот это все и так далее. Его плюс-минус оказался, ну, как можно судить, там, относительно толковым военным, но относительно российским вообще, всей этой плеяде генералов. Но его репрессировали. Вот, а группа «Север», вот это вот, да, кто это, Лапин. Чем известен Лапин? Ну, хорошо, да, как бы нет нужды в сотый раз рассказывать про Лапина. Вот, этим, ну, Лапин командует. Но почему Лапин командует? Ведь, вероятно, он лояльный. Максимально. Он лояльный на всех цепочках таких всех. Понимаете, это же лояльность не только как бы к своему начальнику, а чтобы ты лоялен вообще системе и всем принципам, как эта система работает. Как передается информация, как нужно составлять отчеты, как нужно принимать информацию сверху, как нужно с ней работать, как ее нужно расшифровывать. Мы же понимаем, что в такой как бы у такой власти, ну такой диктаторской, жесткой, закрытой, такой вот нацеленный, ориентированный на центр, спуск информации сверху, он не всегда, ну, то, что говорится, имеется в виду. Нужно уметь расшифровывать, что хозяин хочет. То есть хозяин сказал там а ты понимаешь, что он хочет Б. Это тоже как признак лояльности. Поэтому Путин, вот те, кто умеет расшифровывать его хотелки, ну, или глобальные хотелки системы Кремля, не только Путин, и Кремль, тот же Бортников, да, и так далее. Вот, этим определяются там эти кадры, люди, да, чтобы они находились на своих местах, и их там могли тасовать, вот это, как там поменяли сейчас Шойгу на этого Белоусова и так далее. Но вот это качество должно оставаться постоянно. Вот. Быть не просто лояльным тому Путину, но и системе, и ценностям внутри этой системы, ну, этой верхушки. Умение работать с информацией. Вот, а как тут умение работать с информацией? Если саму Путину напрямую Герасимов говорит, группировка в 1000 человек, а буквально до этого Министерство обороны говорит, что уничтожили там почти 1000 человек украинцев. Ну, то есть, ну, одно дело, когда сводки какого-нибудь там этого Коношенкова, ну, Путин же не смотрит сводки Коношенкова, это так, типа, это формальность там для федеральных СМИ, жвачка такая просто брошенная, ну, как корыто, когда сливается как бы, помой информационный, а тут как бы напрямую Путину, не министру обороны, да, а Путину напрямую он говорит 1000 человек, то есть как бы через все цепочки инстанции перепрыгивая как бы. Ну, как бы тут понятно, да, что это... Ну, то есть я не удивлен, что он Бортникова поставил всем этим управлять. Ну, вот как бы хорошо вскрывается суть, как устроена как бы Российская Федерация, что все нацелено на спецслужбы. Только это спецслужбистское государство, в прямом смысле слова. Ну, учитывая, что, да, Путин сам ФСБшник, и, соответственно, я там думаю, что есть внутренняя лояльность, то, каким образом он по отношению к этой конкретно спецслужбе себя ведет, кого он там назначает, как премирует, ну, то есть... Именно. То есть там, ну, я думаю... Путин, да, Путин не военный, он не армейский офицер, он спецслужбист, и, конечно, вот, ну, ФСБ для него намного ближе, не в смысле намного ближе, это основное, центральное, главное, ему максимально это близко, чем армия, например. Про кадыровцев, конечно, очень интересная история, и она так развивается, в том числе информационно, красиво, я имею в виду красиво для Украины. То есть, что мы видим? Несколько свидетельств, да. Во-первых, как только началось наступление украинское, они побежали, первое. Есть подтверждение этого, ну, вот тех срочников, которых берут в плен, они об этом, собственно, говорят. Дальше очень смешной комментарий со стороны, как его, Алаудинов его зовут. Он сказал, что, слушайте, они просто обошли наши позиции. Ну, знаете, обошли позиции, мы поэтому с ними, в общем, как бы это, не воевали их особенно. Но дальше, вот мне это больше всего кажется интересным, это то, что как раз часть вот этих Z-военкоров, так называемых, они пишут о том, что, да, слушайте, да там с укрофашистами был пакт про ненападение с чеченцами. И ты думаешь, ну вот это уже красиво, вот это, мне кажется, стоит развивать информационно максимально. Что вы думаете про кадыровцев? Это что-то новое? Или, ну, в принципе, можно было ожидать вот такого поведения от них? Слушайте, ну, русские, все эти там Z, вот эти все сообщества и так далее, они же терпеть не могут кадыровцев. Они знают, что кадыровцы пользуются как бы привилегией, индульгенцией как бы от Москвы, от Кремля. Творят, что хотят. Мы же знаем прекрасно, как они постоянно вот это вынуждают таких вот там, опять же, русских там военкоров или других пропагандистов записывать извинения, когда они где-то себе позволяют что-то там про кадыровцев сказать. Они их вылавливают. Это, кстати, тоже к теме как бы вообще, ну, как бы какого-то собственного достоинства и так далее. Это настолько жалко, настолько убого, Господи Боже. Ну, то есть, как бы, ну, давно бы уже должны были как бы развернуть штыки. Это же как бы, опять же, да, вот в России разгоняют эту тему, да, нам не нравится Путин, нам не нравится вся эта как бы там фигня и там какие-нибудь кадыровцы, но мы же не можем во время войны там против своих развернуть штыки. Ну, Вьетнам, фрагинг,
американцы. Зрители, если кто не знает, что такое фрагинг был, это когда, ну, там, офицеры американские, которые посылали американских солдат куда-то там в мясную атаку, закидывали гранату ему в этот, как бы, в палатку, убивали своих офицеров. Это, как бы, такая селекция привела к тому, что другие офицеры, которые прибывали, американские, понимали, что если они будут мясниками, вот, их кокнут из своих же солдат и так далее. И они как-то немножко попускались. Вот, не уносило их, как бы, там в это. Ну, так и что, Америка из-за этого развалилась или что-то такое, вот, что-то случилось, как бы, и так далее. Они покинули Вьетнам абсолютно не из-за фрагинга, как бы. Да, я думаю, вот, насколько это нужно быть жалкими людьми, чтобы, да, не кокнуть этих кадыровцев, да, группа русских военкоров там возьмет оружие, поедут и пристрелят этих всех там главарей, лидеров и так далее. Ну, они же русские люди, типа, богатыри же русские. Вот, а мы, они в прошлом там эту Чечню покоряли, захватывали и так далее, это все сотни лет. Что вы как терпилы, как бы, вас привозят, как бы, вас ноги вытирают, суд вам на лицо буквально, ну, эти кадыровцы и так далее. И смешно, что украинцы как раз пришли и доказали кадыровцев, поймали их, вот это все, как котят это сложили, это видео было там под стенкой. Ты откуда с Грозного, это вот. Сидят это вот завязанные глазами. Это смешно, что вот, как бы, в плане, кто-то настоящий славянин. Они же постоянно кичатся, эти все русские националисты, что там ультраславяне, там всякое такое и так далее. Но об них кадыровцы вытирают ноги. А тут, как бы, пришли настоящие славяне, да, украинцы, вот, и показали, кто тут славянин, как бы. Вот, ну, просто, как бы, смешно. А вот в плане, как бы, то, что на них, да, скидывают, как бы, всех этих пытаются повесить собак. То есть на них пытаются перевести все эти стрелки. Они там Лукашенко до этого пытались обвинить. Ну, то есть, это же, как бы, настолько провалы жесткие, что, ну, они пытаются где-то найти вот какие-то... Вот еще момент очень важный. Вся же эта братья, вся эта публика, она же, как бы, не очень одаренная, как бы, все-таки, как бы, ну, интеллектуально. Они умеют свою работу делать в своих этих рамках, они в целом люди глупые. И как любой глупый человек, они очень падки на все эти теории конспирологии. И по теориям конспирологии любые действия, которые происходят из каких-то договорников, внутренних сил, что кто-то какие-то заговоры устраивает. Поэтому не сразу автоматически, как у глупых людей, а, это Лукашенко там с ним договорняк, а, это вот эти все алудиновцы, эти все, как они, кадыровцы и так далее, с ними договорняк. Вот. То есть то, что украинцы смогли провести общевойсковую операцию, у них просто это в голове не укладывается в плане, как бы, их парадигмы, в силу, как бы, их скудоумия. Как любой, как бы, глупый человек, они верят в заговоры. Ну, поэтому сразу начали все эти теории заговоров форсить. Это тоже не украинцы, это все натовцы. Тут про кадыровцев интересно, что, ну, вы тоже это упомянули, что вообще-то тут выглядит так, что украинцы освободили российских срочников. Я видел публикации, есть такая, ну, асинтер украинский, информнапалм, ну, они там подробно разбирают один из случаев, значит, с одним из этих срочников, собственно, как, ну, простите, другого слова я не могу употребить, чморили, значит, эти кадыровцы этих срочников, что они там с ними делали, ну, короче говоря, это там отдельные, пусть там их омбудсмены, так называемые, разбираются с этим. И это действительно выглядит, что вот пришла Украина и освободила срочников в буквальном смысле. Ну, то есть, во-первых, они побежали, то есть больше они не будут их унижать. Ну и второе, да, конечно, мы увидели, ну, услышали историю, что они там на самом деле делали на этой границе с этими, сколько им там, по 18-20 лет, я так понимаю. Это интересно. Слушайте, а знаете, вот, вся эта история еще хороша тем, что Украина по факту подсветила то, что много об этом говорили, о том, что, ну, как бы, кадыровцы всегда там, ну, где-то на заднем плане, да, впереди ставят, как там, ну, русских, вот как раз, чтобы они как пушки на мясо сидели, а все эти кадыровцы как раз, да, ахматовцы, они там сидят на второй, на третьей линии, как заградотряды по факту. Ну, вот здесь, в плане именно настоящей общевойсковой операции, это все было подсвечено, что встретили... Первые, кто встретили, это были как раз срочники. Но это к теме опять там и фрагинга, и к теме этого российского достоинства, русского достоинства и так далее. Это все. Мне просто интересно, где у них, как бы, красная черта, когда они повернут штыки против своих. Опять же, ну, в истории такое много раз было. Вот. Это не то, что, как бы, какой-то сейчас, ну, русским предлагают какой-то уникальный сценарий. Типа, вы воюете, о боже, вот вам предлагают повернуть штыки против своих. Они это все делали, вплоть до всяких этих супер-пупер американцев, которые весь мир в руках держат, как бы, и так далее. Вот, то есть все, во всех войнах это было, вот, когда своих, как бы, вот, когда, ну, абсолютно дичь. А тут происходит не просто абсолютная дичь, а фактически, ну, просто жесть полнейшая. Вот. Поэтому меня просто удивляет то, насколько вот уровень их, вот, это нытья и терпильства, особенно на фоне того, что они говорят про русских богатырей, работайте, братья, там, быть сильными, всякое такое и так далее, все этого мускулинности. Это просто ультра смешно. Вот, как раз мне украинцы здесь показывают себя как красавчики, вот это вот действительно, ну, то есть, это же рейд, он же как все напоминает, что напоминает? Там, кстати,
ну, что украинские бойцы видео публикуют, там, какие-то видео потом удаляют. Украинский генштаб, видимо, говорит удалить. Но они уже распространяются по сети, там уже осин-сообщество их забирает, они начинают по Твиттеру гулять эти видео. Так вот, есть видео, но я его не публиковал, но один из украинских каналов его публиковал. Я там видел, когда, ну, трасса в России, Курская область, украинский броневик, едут, украинцы из него вот такие выскакивают с нательной камеры, подбегает к вывеске, пытается сбить с вывески как бы это, ну, название там населенного пункта, его сорвать. Вот. А он не срывается. Он такой говорит: а, жалко, типа, вот, прикручен. И такие запрыгивают обратно в броневик и дальше. Вот напомнило, когда вот казаки на конях вот несутся вот по степям куда-то, соскочили, что-то там, или на тачанках, да, вот, или какой-то там вот мобильный отряд быстрый. Вот соскочили, что-то там сделали, обратно заскочили. И самое главное, что не слышно какого-то там страха или какого-то тревоги у бойцов. Они такие как бы на азарте, вот, с задором такие. А, ну ладно, едем дальше, заскочили, поехали дальше. Вот, это очень хорошо показывает атмосферу, этот драйв, вот, и в том числе чувство самоуважения. Мне кажется, украинцы очень здесь, ну, ярко, хорошо показали, ну, в этой операции, показывают, она не закончилась, конечно, эта операция, показывают то, что, ну, и все-таки чувство самодостоинства украинцев есть, потому что, ну, обыватель, и даже, кстати, некоторые военные почему-то думают, что, ну, вы делаете военное формирование, да, какие-то там создаете войска, группы, да, вот эти все, и оно как бы, опять математика, просто будут воевать. Нет. Вы можете создать целые дивизии, они у вас рассыпятся. Такое, как бы, опять же, в истории было много. Вы им приказываете что-то делать, они просто не смогут это делать. Не захотят, не смогут, будут рассыпаться, потому что нет воли воевать. А тут украинцы показали, что у них есть воля воевать, это очень важно, именно воевать. Это очень уникальный, ценный ресурс, не поддающийся как бы подсчету и предсказанию, тем более, его предвидеть как бы. И самое главное, его нельзя никак нигде не купить, не научиться. Вы не наберетесь его на полигонах в Германии, не знаю, где-нибудь там в Англии и так далее. Вот, где. Вот. И вы никаких учебниках его тоже не прочитаете, не наберетесь. И вот украинцы показали, что у них это есть. В отличие от русских, которые ноют как бы и так далее. Вот. Вот, это очень важно, мне кажется, очень важный момент, и вот пока операция не закончилась, у меня вообще есть предчувствие, что дальше будут какие-то другие интересные ходы со стороны генштаба украинского, но уже из больших плюсов, это помимо морального духа, большого буста, кстати, как гражданским украинским, так и военным, это в том числе украинская армия показывает Западу в первую очередь, ну и своим, конечно, гражданам, но и Западу, потому что очень важно, западная военная помощь идет, то, что мы можем воевать, и не просто воевать, можем наступать и вести современную маневренную войну, и это огромное количество, уже может быть огромное действительно, это речь не десятки, реально там больше сотни точно, этих пленных, и не просто пленных, а ценных пленных, которые повышают у Украины ее возможность в плане там переговоров, обмена, освобождения своих людей и так далее, и так далее, и так далее. А если сейчас еще Украина сможет там окопаться и, например, ту же Суджу там вгрызться в землю, чтобы России надо было выбивать прямо оттуда вот украинцев в Суджу, разрушая этот город полностью, это вообще будет, ну, отлично. Вот. Ну, а не будем загадывать, мы не знаем, как, опять же, какая задумка у генштаба украинского, но просто уже за неделю этой операции у нас уже есть, ну, существенные плюсы. Большие преимущества, которые принесла эта операция. Ну, тут тоже важный момент. Вы, я думаю, это имели в том числе в виду, что нет мародерства. Ну, то есть мы не видим, да, как украинцы тянут унитазы, бусики, что там, трусы. Ну, то есть вот эта тема про деды воровали, ну, которая проявилась сразу после широкомасштабного вторжения, мне кажется, она была очень сильной. Вы знаете, это уникальный какой-то момент в каком-то смысле, потому что в 22-м году пришли не зэки, пришли контрактники-профессионалы. Десантники все эти там. Это были профессиональные военные. И они так себя повели, как зверье. И после того, что русские сделали украинцам, где-то убийцы убивают детей. Кстати, вот буквально сейчас нанесли удар, снова там убили ребенка под завалами. Такого мальчика вытащили из-под завалов. Вот. Вчера, позавчера это было. Вот. Вчера в Киевской области. Вчера. Вот, а отца с мальчиком достали. Ну, а до этого вообще по Ахмадеду как бы вот прилетело по детской больнице, где дети погибли. Ну, Константиновка, вот. Опять же, супермаркет, там 14 человек, и среди них дети. И дети, Константиновка, да, дети. Ну, то есть регулярно детей убивают. Ну, то есть такую жесть творят. Вот, после всех этих катувальни, этих как, пыточных в Херсоне, Буча и этот Изюмский лес, где братские могилы были найдены, где людей просто там закапывали, вот гражданских убивали и так далее.
украинцы не идут, что там мстят, убивают, начинают резать там людей и так далее. Ну, то есть не трогают вообще, даже, как военные называют, мирняк, вот, на военном сленге. Вот. Не трогают мирняк. Ну, то есть это, ну, израильцы обратили внимание, вот, израильские военные обозреватели, специалисты, которые следят за вашей войной, они такие отмечают, говорят, смотрите, украинцы вот, ведут себя, ну, не что по-человечески, а максимально как бы по-человечески. То есть это тоже добавляет как бы к, ну, такой штрих к этой вот, к этой операции. Это, кстати, очень контрастно вот, на фоне того, что русские разгоняются, там, нацисты, эти все какие-то людоеды, эти украинские там бандиты, там это все и так далее, и так далее. Ну вот, и ну, что и где. Вот. Ну, короче, да, это важный момент. Тут, опять же, конечно, мы должны, наверное, поговорить о том, как отреагировал Запад. И он в некотором роде удивил, давайте честно. Мы помним, как долго они, значит, говорили об эскалации, управляемой эскалации. Этими ракетами не стреляйте, этими стреляйте, этими только на 5 километров. Ну, короче, помним все эти ограничения. Сейчас все интереснее гораздо развивается. Из Пентагона говорят, нормальная операция вполне себе... Дали зеленый свет. Вот. Сейчас вот появился твит, ну, как это уже, X это все называется, да? Значит, глава оборонного комитета Бундестага Германии Маркус Фабер, он не в первый раз высказывается о Курской операции, ну вот написал, что наступление под Курском проходит лучше, чем можно было ожидать. Это повод говорить о большем количестве «Леопард-2». Опять же, ну, тут есть еще отдельная аналогия про Курскую битву и леопарды немецкие. Мы не знаем, есть ли там мета-ирония во всем этом, но тем не менее... Мне кажется, это довольно удивительная реакция боязливого Запада. Есть мета-ирония, немцы троллят. Мне вообще нравится, как немцы реагируют. Вот, сумрачные умеют красиво в такие вещи информационно подавать. Иногда так тонко, что аж толсто, что называется. Ну, они же говорили, что там, ну, русские не будут танки... не русские, немцы говорили, мы не хотим, чтобы немецкие танки с крестами снова по русской земле ездили. Украинцы, хорошо, будут треугольники. Все нормально. Вот, вы просили, мы сделали, как бы. Танки без крестов, с треугольниками. Вот. Кстати, хороший тактический знак, интересно. Вот. Ну, то есть его видно довольно издалека, в том числе, когда плохое качество даже, различимое. Ну, то, кто придумал, да. Это же нужно понимать, что его донесли в последние моменты буквально. То есть, понимаете, в плане органайзинга, то тоже нужно... Сейчас, я не забыл вопрос, мы вернемся к немцам и к западникам. Но просто тут тоже важный момент, что органайзинг всей операции, он очень крут с точки зрения логистики, потому что многие вещи надо было делать в последний момент сразу. Вот. Это, ну, очень, очень крутые вещи, вот... Ну, в числе радиотишина, которая смогли добиться ее, вот, информационная тишина, и более того, во время уже недели информационная тишина, ну, помимо какого-то низовом уровня, украинцы там каналы и сами военные там в ТикТоке выкладывают некоторые, сливают информацию и так далее. Но где-то специально она сливается, я знаю, что как бы штаб украинский позволяет ей слиться, ну, как, например, с пленными. То есть это целенаправленно сливается. Ну, и там Сырский, Зеленский постоянно намекают, подмигивают, там вот, что происходящее. Ну, так, очень толсто подмигивают, чуть ли не открыто текстом говорят. Насчет западников. Ну, вспомните, вот мы 2 года постоянно в эфирах у вас, да, на вашем радио, и я постоянно про это говорил, что Запад вкладывается победителей. Вот это вот. Вот оно. Ну, вот оно. То есть мы как раз и говорили неделю назад, 2 недели назад, то, что хороших мальчиков никто не любит. Ну, просто все увидели, что вы ковбои-бандиты, ковбоев-бандитов любят, как бы, и американцы. Как там они сказали, что мы не видим этой эскалации. Никаких там запретов насчет использования этих, ну, изменений, точнее, использования американского оружия нет. Мы видим, как хаймарсами жахнули по этой колонии, вот, где, как говорят, один из самых результативных ударов вообще, кстати, хаймарсы, вот, ну, по живой силе врага и так далее. Джимил Рессами жахнули. Вот. И мы видим, как немцы вообще такая вот, вармонгеры включили из себя, ну, ультра, вот, сразу откуда-то поперли у них прусские традиции, эти все милитаристские, вот, давайте больше леопардов, и как нам сказали, никаких нарушений нет с точки зрения международной конвенции, потому что государство, которое, ну, защищает себя, имеет право переносить войну на территорию врага, вести боевые действия на территории врага, это действительно так. Ну, никакого нарушения нет. Всегда, ну, Запад, часто, ну, они боялись ядерного оружия. Ну, тут просто Кремль показал, что они блефуют полностью. И сейчас это, ну, полностью разрушен их вот этот вот миф о том, что ядерное оружие мы сразу задействуем, если будет там на территории России и так далее, и так далее. Причем, знаете, как бы они сами себя в ловушку загнали, потому что если вы откроете определение, когда можно использовать ядерное оружие, там не написано, что обязательно.
когда война идет на территории Российской Федерации. Там это типа как опция, что руководство может российское задействовать ядерное оружие, если война ведется на территории Российской Федерации. То есть это не автоматом. Но это такой ящик Пандоры, никто не хотел как бы просто тыкать пальцами этим, палкой и проверять. Но украинцы тыкнули палкой, проверили. Почему украинцы тыкнули палкой, понятно, потому что ну, вы ведете войну за выживание. Если вы сейчас не тыкнете палкой, завтра просто Украины не будет. В этом плане действительно нужно дать должное и Зеленскому, и Сырскому, и вообще всему руководству вашему за дерзость и храбрость в плане принятия решений. Кстати, западные СМИ уже отметили, они так и говорят, одна из, как там, британская, одна из Sunday Times, британская газета, по воскресеньям выходит, отметила, что это один из самых дерзких этих Зеленского решений его. Это действительно так. Это действительно так. Вот. Более того, там очень правильно было подмечено в Sunday Times, что если бы Украина попросила бы у Запада разрешение, скорее всего, Запад отказался. Как я говорил, есть формально то, что заявляют, говорят, а есть то, что в кулуарах. И то, что ожидают люди, которые принимают решения, финансисты, промышленники, да, люди, которые управляют ресурсами, огромными ресурсами. Запад концентрирует половину земного шара ресурсов, если не больше половины. Огромнейшими ресурсами, которые эти потоками управляют эти люди, они не любят слабых. Они вытрут ноги об слабых. Они бросят слабых на съедение. Они любят сильных. Но на официальном уровне, конечно, политики будут говорить, ну, там, эскалация, мирно, все это, то-то-то и так далее. Ну, и, кстати, тоже не всегда. Могут сказать, а давайте леопардов 2 еще дадим. Вот. Или скажут, а никакой эскалации нет, как бы, что вы там это. А более того, кстати, тоже в Пентагоне заявили, что то, что там Россия что-то начала возмущаться, что пересекли границу. Говорят, что это смешно, потому что как бы вы сами пересекли границу, как бы нарушили все международные договоренности, а теперь возмущаетесь, что к вам типа кто-то пришел, и вы заговорили границы 91-го года. Ну, то есть, если вы не уважаете границы, почему нужно реагировать на ваши, как бы там эти вот вяканье, что кто-то не уважает ваши границы там, и так далее. Ну, очень красиво американцы ответили, ну, и по сути. Ну, так оно и есть, как бы. Вот, знаете, можно очень по-разному относиться к, там, к американским, то, что у них там сотни баз по всему миру, да, это что там они с Ираком сделали всякое такое и так далее. В самой Америке много критики в эту сторону есть, да, демократическое государство, оппозиция всякая и так далее, вот. Но они же не аннексировали все-таки Ирак, новый штат превращали, да. Они же не вторглись там в Мексику, чтобы решить вопрос с мигрантами. И аннексировали какой-то там штат мексиканский, да. Ну, то есть, ну, они же не перекраивают границы. Да, они используют силу, как мягкую, так и грубую, для того, чтобы быть гегемоном и быть главным, да, таким этим, вот, жандармом планеты. Да, это так, они это не скрывают. Но они все-таки это делают в рамках каких-то. А русские начали вести себя просто как отморозки. Сказали, а, вы отморозки? Ну так что же вы возмущаетесь, когда с вами ведут так же отморожены? Там пошли, вот вам захватывают города в Курской области, наступают и так далее. Ну что вы как бы варежку свою как бы открываете? Ну, языком как бы Кремля, они там все эти. Полу-ФСБшники, полугопники, ну кто в Кремле сейчас сидит. Вот. Ну, как бы, если вы привыкли жить по дворовским понятиям, то не возмущайтесь, если, как бы, пришли люди с палками вам во двор и начали вас херачить этими палками по голове. Что же вы начинаете кричать им, махать руками и говорить батюшке, что происходит? Вот, поэтому реакция Запада очень крутая, и я не удивлен. Я еще в декабре прошлого года писался, кстати, ретвитнул у себя на этом, на канале Telegram, что вот... Запад любит, когда как бы херачат вот, да, в ответ и херачат жестко, как бы вот, и на этом немножко по-другому написал, чтобы вы не запикивали, я как бы все-таки скажу, херачат. Вот, и у меня было предчувствие, что да, что вот если Украина сделает какие-то дерзкие ходы, у меня было такое ощущение, да, вот это рынки, еще были ситуации, там был второй рейд, был потом этих РДК и Легиона на территории России, у меня было ощущение, что вот Украина что-то готовит, ну, потому что ситуация такая довольно, ну, когда уже ну, по-другому никак. Ну, нужно идти ва-банк, нужно идти делать вот эти дерзкие все эти вещи, операции. Все это надо было еще в 22-23 году делать вначале, ну, ладно, как бы время не перемотать назад. Вот. И у меня было ощущение, что вот, когда Украина на это пойдет, Запад поддержит. И как сейчас вот сказали, ну, давайте больше Леопард-2 дадим и так далее. Вот. И американский пакет помощи, видели, как русские возмутились, начали их бомбить, когда они говорят, что тут Мария Захарова возмущается, говорят, пусть мир осудит, это вообще смешно, пусть мир осудит украинское вторжение в Россию. Американцы такие, новый пакет на что-то там 100 с чем-то миллионов долларов с ракетами GMLRS. И как раз ракеты GMLRS прилетают в этой колонии, они такие, а вот вам еще как бы пакет МЛРС. У вас же вот. Могут закончиться, да-да, переживаем. Да-да-да, мы переживаем. Как бы у вас не закончились ракеты, вот вам еще один пакет.
И там у русских этих вот всех этих ЗЭК-каналов и так далее, конечно, было возгорание пятой точки, вот, какого-то первой космической скорости. Слушайте, тут знаете, что интересно? Ну, мы видим каждый раз, когда что-то такое происходит, что России невыгодно, они снова, как это, теребят Лукашенко, вот эту куклу Путина. Ну и что? Теперь уже у Лукашенко, значит, дроны залетели на его территорию, в общем, танки он подгоняет к границе. С одной стороны, никто не верит в то, что Лукашенко готов задействовать свою армию. Кажется, и с Путиным у него такая договоренность, ну, то есть он все время, если что, будет там обострять на границе, но он уже может потерять гораздо больше, чем Путин, если его эта армия посыпется, а мы видим, как сыпется все, например, на границе с Россией. Тем не менее, мы не можем не реагировать на это, правильно я понимаю? То есть мы не можем не, ну, как это, сохранять войска на границе с Белоруссией в связи с тем, что, ну, опять оттуда, собственно, и было нападение. Да, на карте покажут, где было нападение. Ну, это компетенция Генштаба, вот какие есть точки напряженности и где нужно еще держать войска или не нужно их держать. Я как бы сюда все-таки не лез и не гадал бы там, вот, готовится нападение, не готовится нападение и на какой карте это показать. Я другое скажу. Но это скажу просто как свое мнение вот между нами и, ну, для зрителей, потому что я не политолог и не там вот этот, как его, не знаю, социолог, эксперт и так далее. Это вообще не моя как бы тема. Это просто такое ощущение. Известно же, что Украина не разрывала дипломатические отношения с этой, с Белоруссией. У меня вот, учитывая, что, ну, ваша как бы верхушка, они мастера в дипломатии, у меня где-то есть закралось сейчас ощущение такое, что они прекрасно понимают, что если в России будет пахнуть совсем жареным, Лукашенко, чтобы спасти свою жопу, и плюс еще весь там клан, ну как это называется, семья, там же семья у власти, переметнется. Ну, в сторону там, ну, около, условно, Запада назовем. Ну, не прямо буквально, да, Запад, ну, вот условно, да, при каких-то там этих гарантиях и так далее. И мне кажется, остается маленькое окошечко ваше оставляют на случай договориться с Лукашенко. Вот, ну, потому что он диктатор, сиборит, но он умный человек, потому что если был глупый, он не просидел бы столько у власти. Обойдя всех своих там конкурентов, всех своих этих, как его, оппозицию, поубивав, вытворив этих, выдворив их там и так далее, вот, устроив такой гигантский колхоз из своего государства, вот такой свой уютный подстриженный колхоз, да, с газонами и дорожками и так далее, вот, то есть он как человек умный, он тоже это прекрасно понимает, поэтому где-то остается маленькая закрытая дипломатическая связь, и ваши рассчитывают, как только в России что-то начнется, какая-то турбулентная обстановка и так далее, ему могут прийти, как говорится, с предложениями, от которых очень сложно отказаться. В том числе Запад может прийти к Лукашенко с предложениями, от которых можно очень, ну, сложно отказаться, потому что, ну, просто побить все глэчики, как бы, и просто вот оборвать, ну, это как бы большого ума не надо. А ставить где-то вот очень маленькую лазейку вот на случай такого, это, мне кажется, довольно умно и дальновидно. Мне кажется, вот где-то здесь тоже что-то такое есть. Мы просто не видим этого глобального плана, который есть у Киева и, вот, и офиса президента, там, и у самого президента. Но мне кажется, что где-то там вот есть какой-то такой вот долгоиграющий такой какой-то план с расчетом как раз и на то, что Лукашенко запросто может вот там в прыжке переобуться. Ну, посольство действительно украинское. Ну, мы же помним, как... Секундочку, на этом закончу. Мы же помним, как Вторую мировую войну закончили румыны победителями. Последний момент, переобулись в прыжке буквально, вот, и сегодня, знаете, когда отпразднуют этот День Победы над фашистской Германией, Румыния тоже его празднует, это смешно, как бы, хотя, учитывая, какую они жесть творили, как бы, кстати, у вас на территории Украины, как, ну, захватчики пришли, убивали, кстати, хуже, чем немцы себя вели, часто где-то много, как, в плане, как оккупанты, вот, а в последний момент просто перепрыгнули, переобулись, ну, и Запад, как бы, а кто откажется, вот, ну, тогда все этот, и Советский Союз, как раз, когда они переобулись, выбились их, как бы, из войны. Так что как бы бескровно выбить Лукашенко из войны гипотетически, ну, это высший уровень военного искусства, как там говорил Сунь-Дзы там, и так далее, что самый хороший бой, ну, самый лучший выигранный бой тот, который даже не начинался. Посольство Украины действительно действует в Беларуси, там, кстати, Лукашенко о нем уже там что-то делал, какие-то заявления, но опять... Все это выглядит больше риторикой, мы не знаем, как будут развиваться события, но риторику такую мы слышим не в первый раз. Тут еще интересно, так уже напоследок, это ОДКБ,
вспомнить стоит о такой организации, значит, как это, объединенный, господи, объединение, как оно, договор о коллективной безопасности, короче. Да, да. Да-да-да, и там, конечно, мы увидели, что, ну, как-то не собираются страны Центральной Азии и Кавказа воевать, значит, за Россию, но там было еще очень супер оскорбительное заявление, значит, есть такой российский пропагандист Константин Затулин, он еще и депутат вот этой Госдумы, ну, у него спросили, слушайте, ну, как раз вот российские пропагандисты спросили у него, а что же ОДКБ, как же так, на Россию напали? Он говорит, так а что вы хотите, чтобы это казахи или армяне тут это самое, ну короче, за кого вы нас держите? И это, конечно, вот эта российская имперская история, кажется, должна все-таки боком им вылезти. Мы тут отдельно будем в эфирах еще это обговаривать с казахами, ну с нашими коллегами из Казахстана, например. Но, а как вам реакция, ну или отсутствие реакции ОДКБ? Ну, очевидно, такая, они прекрасно понимают, что это авантюра Кремля, которую начал в 2014 году, а шире в 2022 году. Ну, это полная жесть. Ну, кто в здравом уме захочет это все влезть? Ну, никто. Ну, то есть, ну, это полная дичь. Это такое, как бы, запущено самоуничтожение. Они же не глупые люди, они прекрасно понимают, да, вот, и в том же Казахстане и так далее, что даже если Россия победит, не дай бог, вот, в чем я сомневаюсь, все равно ее настолько как бы, подорвано все там, и армия, экономика, и возможности, и там, санкции, и мир изолировал и так далее, что, ну, как бы, ну, просто государство находится в режиме такого самоуничтожения медленного, вот. Вот. И просто Россия варится как бы в кипятке, который потихонечку подогревается, водички, которая еще не кипяток, точнее, в тепленькой водичке, как лягушка, вот потихонечку как бы свариваясь, вот. Ну, кто захочет в это лезть? Ну, в здравом уме. Ну, с точки зрения, как бы, вот там правления. Кто? Армяне поедут, да? Армения пошлет свои войска, вот. И, ну, плюс, опять же, это же не война. Это же КТО. Это же контртерроризм, да? Это же не военное положение, не война. Не было вторжения. Вообще войны нет. Как бы, и в Украине войны нет. И в Курской области войны нет. Вообще войны нет. Путин же боится войны. Он же боится армии. Он боится военных. Какое ДКБ? Это же на случай войны. Там, как бы, уже ну, танки ездят, это все, да, механизированные части. Но войны-то нет, как бы. Вот. Пленных берут сотнями, вот. Но войны нет, войны нет. Это все просто операция. Да, Портников решай все вопросы, сиди там. Как это? Войны нет, нет войны, все вот это. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Нагадаю аудитории, израильский військовий глядач Ігор Левін був з нами на зв'язку. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.